Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Жека, и добро пожаловать в нашу новую серию гоночек в Майнкрафте. И да, ребята, всем привет, и знаете, что эта серия выходит только благодаря вам, потому что вы много лайков влепили. Вот. Да, поэтому и прямо сейчас лепите также огромный палец вверх на мой видос и на видос Жеки, если наберем минимум по 15 тысяч лайков, не поленись, поставь лайк, именно от тебя зависит, наберем мы 15 тысяч лайков или нет. Как только это случится, то мы сразу же выпустим продолжение, обещаем, да? Или нет? Да! Да! Погнали, давай! Да, давай, давай! Ну что, Эдуардо Перецьяно, ну ты готов к очередной гонке? Я готов. Да, это моя красная моя, запомни. Это хорошо, это хорошо. Что-то я запомни, ты видишь, сзади обоссанная. Какая? Это золотая вообще-то. Обоссанная, обоссанная. Дальтоник просто какой-то ненормальный. Так, хорошо. Хорошо, ну, у меня хотя бы красный синий не путай, ладно, пойдем. Поехали. Ты путаешь обоссанную с золотой. Это твоя проблема. Для тебя золото, а это моча. Чему ты детей учишь, понимаешь? Ничему я не учу. Давай, начинай! Нас смотрят девочки, им на свадьбу подарят золотое кольцо. Они, что за обоссанное кольцо? И все, больше с ними никто жениться не будет. Вы не понимаете моего сарказма. Давай, поехали! Хорошо, ты готов? Да. Раз! Два! Подожди. Три! Ты меня знаешь, ты меня запутал. Я опять на тебе еду, твою мать. В смысле, сзади меня едешь? Ну, Майнкрафт, Майнкрафт, это Майнкрафт. Это Майнкрафт, это Майнкрафт. Это да в смысле? Я тоже застрял, не переживай, братан, все нормально. Все нормально. Мне кажется, тут мы не вылезем, Эдисон. Ой. А, ну отдай мою машину. Что почему я в синий? Я не хочу это в голимом цвете ехать, понимаешь? Синий. Так, ты почему? Уважаешь синенький цвет. Что за стенка? А, почему издалека кажется, что это стенка? Колеса горят, горят колеса. Блин, ну ничего тут на гимоде, надо выключить, наверное, я выключил. Так, твоя передняя. Твоя передняя, моя задняя, понимаешь? Твоя передняя, моя задняя, да. Или твой передняя, мой задний. И отстань от меня. Я не еду, потому что машина! Так, зашибись. Я застрял в машине. Укруто. Тоже так потерял 5 секунд где-то, зашибись просто. У нас тут что-то эпик происходит, а мы тут такие, как бы, спокойные вещи. Эпик, понимаешь? Эпик! ЕПРСТ! Да, ёкарный бабай, пока самолет летит, я выключу геймод, я надеюсь, я никуда не врежусь. Так, все. Замечательно. А почему я лечу боком? Это нормально, Эдисон? Да у меня так, а ты можешь развернуться. AD. А я не могу, я тогда улечу куда-нибудь. AD! AD. Ну и? Ну ты разворачиваешься. Да отстань от тебя, я с тобой лечу, мне нормально. Эдисон, у меня самолет взорвался в воздухе! Эдисон, он взорвался в воздухе! Ты умер еще? Я взорвался, я вылетел из самолета, и я, короче, только сейчас плыву к лодке. А как он взорвался? Я тебе честно говорю, вообще никуда не врезался, я просто летел, как бабахнул, я же обосрался. Ну, какой-то бушный самолет, я не знаю. А кто их спавнил? А, я их спавнил, да? Кто их спавнил? Вот именно, кто их спавнил, Эдисон? А, это я виноват, да. Я тебе специально такой самолет поцелу, понимаешь? Да, он с бомбой, знаешь, этого задержанного как-то замедленного действия. Да, ну все, жопа. А ты можешь включить день? А то я просто плыву, мне кажется. Я так же плыву! Ты меня обгоняешь! Ну сейчас, окей, подожди, дай я до финиша доеду и включу тебе день, хорошо. Не, давай ты сейчас включишь день, а я тебя быстренько догоню за это время. Ты куда там вообще уплыл? Спасибо. Ты куда там вообще уплыл? Ты уже едешь, да, как я понимаю? Да, я уже еду. А, ну нормально, нормально тебе. Ну я недалеко поехал, я только сейчас машину завел, вот смотри. Заводится, все, завелась. Завелась машина. Что-то я уже еду, а тебя до сих пор не вижу. Так, хорошо. Я уже иду. Доехать? А, налево, да? Не знаю, что я правильно. Я не знаю. Езжай куда хочешь. Мне без разницы.
все равно. То есть я все равно впечатаюсь я куда-нибудь или нет. Не, да? Наоборот, рад, если ты куда-нибудь впечатаешься там. А, и вот так даже. Да. Вот, вот такой вот они сам дорог. Вот, смотрите, смотрите. Ну зато я выиграю, зато я выиграю, понимаешь? О, смотрите, едет! Он, смотрите, поехал! Приехал он там! Предать меня, предать меня ради победы! Все ради победы! Приехал! Ну понятно. Да ё-моё, я не могу сесть! Да сраный вертолет! А-а-а! Подожди! Я что-то задумался как-то! Так, хорошо. Я только сейчас взлетаю, нормальная тема, нормально. Нормально. Он будет вообще взлетать? А, у меня опять вертолет залагал. А, не, подожди, я просто в машине застрял. Не, ну я вроде начинаю лететь. Я обожаю эти гонки, я обожаю эти гонки. Обожаю Майнкрафт, честно. Любимая игра! Не, Майнкрафт на самом деле реально любимая игра, но просто иногда он почему-то подводит нас. Иногда. Вот, так, он я сажусь в машину, брум-бум-бум. А, ты уже, а он уже в машину садится. А я еще, знаешь что, я еще лечу. Мне, я вижу стрелочки. Вот, я да, я хорошо. Я приехал, ага, на машину, я уже пересек финишную черту. Угу, хорошо. А, и, да, 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 да? Да, я уже. Ты, я, ты я мне скажи, уже... ты там что там, спиды какие-то употребляешь, да, или спиды. Что? Честно. Употребил нитро, понимаешь? О, смотрите, летит. Летит он. Да, я не лечу уже давным-давно. Я вообще-то скоростной, мэн, не то что ты. Вот я знаю, что ты скоростной. Я уже прям такой. Хотя нет, как раз таки я не могу. Взрывай! Ага! Я и так пересек первое, так что ты хочешь. Ну ладно. Изи! Изи, понимаешь? Я отыграюсь. Это подкрутки. Подкрутки. Так, давай, давай, давай. Бери свою боссовую машину и поехали. Окей, Жек, подвези меня тогда, короче, подвези. Так, я из моей синей, в мою синюю машину не заходят твои читеры. Уходи. Какие читеры? Я не читерил. Да ты просто, я знаю, ты просто, ты наигрался в эти гонки заранее, чтобы меня выиграть. Я с тобой больше не играю, все, я понял. То есть ты друга своего не подвезешь, да? А ты вот другу позволю выиграть, понимаешь? Вот и иди, едь свои на запустой машине, а я все буду. Все, ты тогда мне не друг, Жека. Хорошо, я себе сейчас новых друзей найду. О, я знаю, у меня много друзей сейчас Майнкрафтера будет. Не дружишь со мной, хорошо? Понятно, понятно. Видите, как-то мало у меня друзей. Но если у тебя так же, или если тебе просто хочется найти единомышленников, то приложение Амина как раз таки для тебя. Ищи друзей в Майнкрафт сообществе, выживай с ними, проходи различные карты и просто играй в Майнкрафт вместе. Я также тут сижу, ты можешь початься со мной и даже отправить мне голосовое сообщение, как в мессенджерах. Это, кстати, новая функция. Тут можешь создавать различные посты, новости и даже совместные чаты. И также ты еще можешь использовать мой хэштег на Амина и задать мне, допустим, какой-то вопрос или предложить идею для новой серии на ютубе. Ссылочку я на него оставлю в описании, поэтому заходи, скачивай и общайся с другими майнкрафтерами. Я уже это пробовал, и на самом деле это очень интересно, поэтому вперед. Ну все, я еду на старт, хорошо, так уж и быть. Эдисон, может как бы мир? Ну, да. Хорошо. Я понимаю, гонки гонками, но дружба-то дружбы, понимаешь? Ну хорошо, хорошо, все, я с тобой согласен. Давай тогда на старт. Все, больше не ссоримся, Жек, больше не ссоримся. Все, хорошо, едь сюда, свой босс на машине. Пошел в сраку! Начинаем. Давай. Раз, два, три, поехали! Три, скажите, папа! Давай, не умничай, давай! Езжай! Обогнал тебя, понимаешь? Да не обогнал. Шо, ты меня не обогнал. Это победа. Можем заканчивать гонку, как бы, да, это уже понятно. Хорошо. Хорошо. Нет, я пошутил! Хорошо. Я хотел всего лишь жить! Ладно, понимаешь? Я застрял уже 500 раз, это просто пипец. Не понимаю, как играть в эту игру! Опа, эпик! Опа, просто я фасаж. Я бой! А ты вообще видел хоть в одной гонке, чтобы колеса горели? Да, понимаешь. Это просто, мы с тобой новаторы. Новаторы все. Открывайся! У меня тоже не открывается. У меня вообще не открывается! О. Я залез. О, ты тоже залез, паскуда! Да взлетай уже! Так, хорошо. Так, нужно... А, не туда. Вот так. Так, все хорошо. Если у меня сейчас опять взорвется самолет, то я считаю, что это будешь ты виноват. Потому что это в этот... А хотя нет, сейчас в этот раз я ставил самолет, и поэтому, по идее, что ты ему отключил? Подожди. В смысле ты ставил... А, то есть ты мне подсунул такой самолет, да? То есть он сейчас взорвется! С бомбой замедленного действия. Ты там посмотри, когда сейчас будешь лететь, там где-то он должен валяться, мой самолет на дереве. Хорошо, обязательно. Надеюсь, в этот раз тебе также все взорвется.
Так, я пока денег включу, чтобы ты опять не говорил, типа, Эдисон, включи день, Эдисон, включи... Так! Опять все взорвалось! Твою мать, твою мать! Все взрывается у тебя как-то, понимаешь? Да твою мать, я не туда сел! Где руль? Я не могу сесть, не тыкать! Не тыкать! А, стыкнулся. Да я вонал этот Майнкрафт, да почему? Я был с тобой на равне, почему этот сраный катер? Манал, это все, все вообще все манал. Так, пока у меня камера едет, я могу водить. Гонка. Вообще ничего не понимаю, что происходит в этих странных гонках. Ничего не работает. Ты что ты там делаешь? Я пью водичку. Пока ты там едешь. Понимаешь? А ты глотай свою водичку морскую, чтобы ты подавился этой водичкой. Не, я уже доехал. Ехал. Да иди ты в сраку, вот. Вот еще раз иди в сраку, и еще раз иди в сраку, понял? Доехал он. Где ты там вообще? А, нормально, ты тут придумал нормальную тему, нормально. Нормальная тема, нормально. Зашибись, ты меня тут паскуда устроил, конечно. Нормально. Подожди, я не туда повернул. Твою мать. Твою мать, а не мою! Нет! Так, подожди. Я врезался куда-то. Ставить ловушки всякие, не расставить. Конечно, ловушки, а что ты хотел? Ты шо, ты шо, ты вообще нечестно играешь. Так что, что ты хотел, что ты хотел? Нечестно. Я хотел нормально поиграть с тобой в гоночки, а ты говнюк. Говнюк, ты понимаешь? Так. Это что, я не понял? Ты дебил! Ты дебил, кусок, я тебя так скажу! Я нормально, я проехал. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Успокойся. Нет, они взорвутся, дебил! Ты совсем ретардина, да? Ты совсем ретардина, скажи. Это где? Вот и сиди тут, а я полетел. Подальше от тебя. Ты же охренел? Я не понял. Это что такое? Полетели! Вперед за приключением! А можно как-то, как тут высадить человека, скажи? На U вроде нажать или что-то такое. Нет, на Y или что-то такое, не понял. Не понял. Да-д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 а. Ты понимаешь просто, как бы ты можешь прямо лететь. Подожди. Как мне тебя можно вот оттуда, так сказать, вот как-то шлепнуть так немножечко? Как мне тебя можно? На shift нажми. Да, я думаю насчет этого, нажать на shift там и все такое. Давай, ты уже взлетай, да, подлетай уже, да. Нет, ну ты подожди, так это просто не работает. Я должен тебя как-то сбагрить. На F, мне кажется. Да, на F, мне кажется, можно на F. На F. Так, как бы тебя мне отсюда тебя сбагрить? Как бы мне тем. Давай! Давай! Не садиться! Пошёл в сраку, нет! Идиот, это ты идиот. И что мы теперь будем делать? Поехали. Куда поехали? Ты остановиться можешь меня забрать, дебил. Стой, подожди меня. Все, отлично, так, поехали. Так, рулюй, ты штурман, куда едем? Я не знаю, куда... Да, я случайно вылез, подожди. Давай, я тебя жду, давай. Не успеваю, я нажимаю. Давай. Да я не могу сесть. Ну давай уже, нажимай! Я ты можешь остановиться! Да я остановлю, давай! Все, поехали. Так, нам назад нужно. Назад, обратно. Хорошо. Я-то как бы промахнулся дырочкой, понимаешь? Хотел в одну дырочку, случайно попал в другую дырочку. И не попал. Бывает такое в жизни, бывает когда хотел в одну, такое потом, случается. Потом получилось, да. Другую, а вот. Потом проблемы возникают, да? Вот ну это не когда... да, это не все поймут, И лучше не поймайте. Да, мы... Да. А про что мы вообще говорили? Мы говорили про то, что ты ретарда кусок. Нет, вот. Ты ретард. Не я же умер, я как бы не умер, это ты умер, понимаешь? Купайся в своей воде, ненормальный. Все, поехал от тебя. Да, ребята, мне кажется, что нужно на этом заканчивать и ставить лайки большущие, пальцы вверх. Надо ставить лайкусики. Как я уже сказал, если наши оба видос наберут минимум 15 тысяч лайков, понимаешь, все должны знать то, что все зависит только именно от тебя. Если ты сейчас поставишь лайк, то выйдет новая серия. Меня?
Нет, от того, кому я тычу в камеру, вот, понимаешь? Вот, а я тоже потыкаю, типа тоже. Да, типа вот, от тебя, именно от тебя зависит, вот. Поэтому ставь лайк, обязательно подписывайся на канал, если еще не подписан. Спасибо всем за просмотр. Кому говорить, непонятно, всем удачи, я подпишусь. Всем пока. Так уж и быть. До свидания. Иди в сраку.